Самое очевидное – это то, что пандемия, собственно, подвинула бизнес в сторону цифровой трансформации. Нельзя говорить, что пандемия – это благо, да, то есть на самом деле это прежде всего риск, да, и риск, который особенно на первоначальных там каких-то своих этапах очень негативно сказался на определенных видах бизнеса. И если говорить статистически то, что мы наблюдали в течение 2020 года, да, то надо сказать, что вот именно в секторе МСП, малого и среднего предпринимательства, который мы мониторим, определенный спад наблюдался, и даже определенное количественное сокращение субъектов хозяйствования, юридических лиц мы видели. Да? Сейчас мы наблюдаем действительно тенденцию такую положительную с нашей точки зрения. Наметился уже определенный тренд в сторону увеличения количества субъектов малого предпринимательства, юридических лиц. Продолжают прирастать количественные индивидуальные предприниматели. По состоянию на 1 апреля в стране более практически 375 тысяч субъектов хозяйствования сектора малого и среднего бизнеса. На повестке дня у нас стоит это, собственно, создание более благоприятных условий с точки зрения администрирования бизнеса. Это принятие закона о лицензировании. С принятием закона мы постараемся перейти на безбумажное лицензирование. Есть планы и с точки зрения изменения подходов к поддержке сектора малого и среднего предпринимательства. Ну и, собственно, масса еще планов, которые мы надеемся реализовывать, безусловно, в тесном тандеме с бизнес-сообществом, потому что бизнес наш основной заказчик, и для того, чтобы продукт, который мы создаем, был полезен и востребован, нам, безусловно, необходимо ориентироваться на сам предпринимательский сектор.